Эти носороги вот такие живут. Я их выращиваю. Популяцию, ну, так сказать, поддерживаю в естественных условиях. И вот здесь вот часто у них паразиты. Кроме того, что есть другие, вот еще клещи. Есть крупные личинки, осы там какие-то тоже иногда заводятся. И вот такие вот мелкие-мелкие клещи, которые скапливаются в складках. Ну, паразитируют. И почистить их здесь как-то нереально. Ну, чтобы он выполнил свою функцию, дожил до спаривания, конечно, некоторые погибают, наверное. Потому, наверное, их не так уж и много. Потому что паразитов у них тоже хватает.